Привет, друзья! Нашел я в интернете вот такое вот приспособление. Удобное направляющее для работы с электролобзиком. Решил собрать примерно такое же, самостоятельно. Взял фанеру и принялся за работу. Первым делом нужно было вырезать необходимые заготовки. Но тут позвонил сосед и предложил купить небольшую рыбку. Ему кто-то привозит, он себе берет, ну и мне предлагает, когда есть возможность. Я себе выбрал поменьше, килограмм так на 15. Ну а он взял себе 20-килограммового толстолоба. Разделывать такую рыбу в квартире, я скажу вам, еще то удовольствие. Так что самоделку пришлось отложить. Ну а как только я освободился, продолжил свои опыты. Пришлось думать и гадать, как же сделать из фанеры то, что изготовлено на заводе, да еще из пластика. Чудил, мудрил, то один вариант, то другой. Приходилось дорабатывать по ходу дела некоторые детали. Короче, потратил 3 вечера свободного времени. Наконец, родил. Правда, как-то хиленько получилось. И только я все это собрал до кучи, тут до меня дошло, что все можно было сделать гораздо проще и быстрее. Да, так порой бывает. Короче, я выкинул все нахрен и принялся снова за работу. На этот раз мне не пришлось вырезать множество деталей. Понадобится всего лишь 2. Кстати, не могу нарадоваться своей приспособой для сбора пыли, которую я сделал в прошлый раз. Работать стало намного комфортнее и чище. Итак, нам надо 2 равных куска фанеры, 55 на 18 сантиметров. Один край, правда, не совсем ровный, так как я уже отрезал когда-то от этой фанеры куски. Но это большой роли не играет. Направляющие я сделаю из уголка для крепления линолеума к ступенькам. Длина его 90 сантиметров, я разделил ровно пополам. Отсюда и размеры моей конструкции. Размечаем и просверливаем отверстия под винты. Подтай я сделаю перьевым сверлом. У меня есть, конечно, специальная двухступенчатая насадка. Но первая ступень мала. А пока я досверлю до второй ступени, у меня уже будет не отверстие, а дыра. А перьевое сверло вполне годится для этой цели. Отверстия вышли как раз впритык, и поэтому мне пришлось вкручивать винты. Так даже лучше. Отмечаем центр и делаем отверстие 10-м сверлом, для того чтобы пилка заходила в паз без проблем. Ну а теперь прорезаем паз. Да, как говорится, почувствуйте разницу. Здесь мою насадку не наденешь, и поэтому все в опилках. Может, со временем что-то и придумаю. С другого конца паза также делаем круглое отверстие. Теперь крепим упоры, для того чтобы при работе с большими заготовками не увлечься и не перепилить приспособу к ядрению пополам.
просверливаем отверстие в нижней заготовке и размечаем паз, который должен быть шире верхнего, так чтобы не зажимал опилку при работе. Теперь вырезаем. Просверливаем отверстия под болты. Сделаем еще два отверстия для крепления небольшой детали, служащей для удобства хранения станка. Прикручиваем крепежи для пластиковых труб и пока отложим все в сторону. Теперь сделаем футляр для хранения болтов, чтобы не пришлось их искать постоянно. Изначально я хотел сделать крышку из еще одной заглушки, но это крайне неудобно, так как резинка в трубе очень плотная и не предназначена для постоянного на нее воздействия, поэтому я попросту взял горлышко от большой пластиковой бутылки. Сделаем разметку на нашей приспособе на 90 градусов и одну на 45. Вы же делайте под ваши потребности. Чтобы не запутаться, направление укажу стрелками. Болты в данном случае больше будут служить ножками, чем креплением заготовки. Заготовку же я буду закреплять к приспособе двумя струбцинами. А барашковыми гайками стоит воспользоваться, для того чтобы не искать постоянно ключ. Все можно затянуть руками, притом и затягивать-то особо не надо. Распилим рейку под углом 45 градусов. Супермастерам, любящим срать в комментариях, объясню, что рейку я пилю просто в качестве примера. А так можно засунуть и доску, и фанеру, и брус, и даже пластиковую трубу. А то точно вот такие вот чудодеятели напишут, что рейку можно и от руки отрезать. Как видите, все отлично получилось. Плюс этой приспособы – это мобильность и компактность, а также простота в сборке. Если вы будете пользоваться ей редко, то все очень легко и компактно собирается и убирается на стеллаж. Ну а насчет рыбы, хвост и голова идут у меня на уху, а вот все филе я солю. Меняя соль, пока из мяса не уйдет вся жидкость, а после тщательно вымачиваю и сушу в течение нескольких месяцев. И получается вот такая вот красота.
Очень жирная и вкусная. Кстати, это все, что осталось от предыдущей 12-килограммовой рыбки. Ну а на сегодня все, друзья. Лучшая благодарность автору за его труд – это лайк под этим видео. До новых встреч! Здоровья вам и вашим близким!